Я обычная русская женщина и мать. Обращаюсь к гражданам России. Гибнут люди. Гибнут российские солдаты, которые могли бы жить, если бы Кремль-доживатель не послал их на смерть. Гибнут солдаты украинские, защищая свою землю. Гибнут мирные граждане, еще вчера жившие, как вы все. Работа, дом, иногда застолье, огород. В парк с детьми. Мам, купи мороженое. Эти люди, эти дети сейчас погибают под обломками и от пуль. Лишаются конечностей, а те, кому повезло выжить, теряют почву под ногами. Кремль-доживатель направил солдат убивать и умирать, а на гражданских направил ракеты. Направил он, но вы-то молча поддержали. Для него люди, все люди – это грязь. Соотечественники вас используют. Вы не просили этой войны. Если вы к себе прислушаетесь, то поймете, она вам не нужна. Даже если вам каждый день пропагандистские удавы внушают обратно.